Здравствуйте! На улице весна, мои орхидеи продолжают свое цветение, которые начали цвести еще до Нового года. Я хочу заснять эту красоту, так как цветочки начали уже увядать, и думаю, она пойдет на отдых. Здесь вот пробуждается почечка, но неизвестно. Вдруг какой-то перепад температуры, и она может засохнуть. Смотрите, какая красивая орхидейка. Это ее название Sweet Talk Big Lip. Она цвела в одну веточку, но разветвление вверху огромное. Было цветов большое количество. А эти уже отцветают. Смотрите, какая прелесть. Как нарисованная. Видите, какая красота этого растения. Корневая у нее хорошая. Вот видите, огромные корни. И я решила для себя эксперимент. Не буду ее пересаживать. Пускай будет даже с этим торфяным стаканчиком. Но буду аккуратненько ее поливать. Вот листочек самый нижний, который был в фласке, отсох. В общем, моя орхидейка будет расти так, как ее посадил садовник, как она пришла ко мне из магазина. Она была куплена до Нового года, по-моему, в ноябре месяце, и все время цветет. Сейчас уже 22 марта, и столько времени держатся цветочки. И такие необычные красоты. Такой приятный розовый цвет. Она ничем не пахнет, но очень красивая. А теперь покажу вам орхидейки, которые тоже продолжают свое цветение. Это знаменитая Леодора. У нее револьверное цветение. Этот цветочек давно держится. Он уже светленький стал. И этот давно. А вот она пустила новую ветку. Посмотрите, какой замечательный цвет. И вам скажу, она очень вкусно пахнет, когда на нее попадают лучи солнца. В данный момент солнца нет. И она не пахнет. Но красиво. Она растет как на бок. Листья у нее огромные. Она любит свисать. Она не вверх растет, как вот эти орхидейки, а в бок переклоняется. Хотя есть ей куда расти и вверх, и в бок. Эти два цветоносика очень давно были. Я их не обрезала. Они дают по одному цветочку, по два цветочка. Ну вот, думаю, будет три цветочка. Видите? Но они не сбрасывают цветочки до тех пор, пока на этой веточке не появится новый цветочек. А новый цветонос выдал мне сразу вот сколько цветочков. Два распустилось. И два еще будет. И вот пошло ответвление. Люблю этот цветок. Он очень замечательный. Цветет постоянно. Дальше у меня желтенькая продолжает цвести. Пахучка. Как духи она пахнет. Замечательно. Вот сейчас она какая-то не желтенькая, более даже салатовенькая. Смотря как освещение на нее падает. У нее вот 4 цветочка. Тоже при свете солнца, лучи солнца попадают, она очень пахнет. Затем каода у меня цветет. Тоже заканчивает уже свое цветение. Вот видите, скручивается листочек, цветочек. А вот новенький распускается. А распускается более темный. Видите, четкие цвета. А этот вот скручивается. Уже и вот этот скручивается. Вот эти три, значит, отпадут. Каода не пахнет. У каоды более маленькие листики, миниатюрненькие. Ну, оно и само растение миниатюрное.
Вот даже по сравнению с Леодорой, размер цветочка. Вот покажу вам, видите, какая разница. Какая Каота и какая Леодора. Вот. Такая красота у меня продолжает цвести. Это зимние цветения. Теперь покажу вам дендробиум. Это Санук. Санук, видите, вот написано. Это для меня новое растение. У меня всегда дендробиум нобили было. А этот, посмотрите, какой красивый. Мне так нравится. Он выпускает длинную веточку. Это засушит, видно, подмороженные были цветоносики. Длинная веточка, смотрите. И такие красивые цветочки нежные. Видите, какая красота. Это он у меня уже пустил веточку. Вот эту. А это была купленная. А сюда я посадила другого цвета, синий. Но он ее отсушил. Может быть, пустит новую веточку. Как за ним ухаживать, я вам сниму подробное видео. А пока просто обзорчик. Ну, цветочки очень красивые. Не знаю, вроде бы не пахнут. Мне так нравится, что он вот эту веточку выпускает. Красивую. А нобили, он из пазух листиков пускает тоже такие красивые цветочки. Но это для меня новинка. Я радуюсь тем, что имею. Вот такая красота. И этот второй был очень красивый. Неприхотливый. Стволики у него, бульбочки хорошие. Немножко листики отсыхают. Но это как у всех растений. Одно отсыхает, другое растет. Ничего тут такого нет. Вот такое у меня зимнее цветение на сегодняшний день. Продолжает цвести. Уже весна. И ждем новых цветочков. А новые цветочки, конечно же, будут. Посмотрите. Смотрите, какая красота. Смотрите, какой молодой листик вырос. Какой красивый, чудесный. А вот цветоносик пускает. Видите? И вот это биглип темный, разветвление свое пустил в рост. И вот эта орхидеечка хорошо себя чувствует. Вот сколько у меня орхидеек на окне. Я жду от них цветения. Вот это сильно красиво. Это сказочная, это пульчерима. Это сказочная орхидейка. Вот это корешок растет. А вот это, наверное, цветоносик. Так как корешки растут вниз, а цветоносики тянутся кверху. Ну, не знаю, посмотрим. Не буду утверждать. Но она хорошо себя чувствует. Ей все нравится. Она росла в мхе. Я ее пересадила в мох, только в другой. И вот так она у меня растет. Это азиатская орхидейка. Я ее поставила в двойной горшочек с автополивом. Внизу все время водичка. Это уже надо добавить водички. И так она у меня растет. Видите, три листика молодых вот выпустила. Какие красивые. И вот тоже пустила красиво. Орхидейки я покупала как реанимашки. Они были вот такие пожеванные. Я их спасала, лечила. Как я лечила, у меня есть видео. Все есть зафиксировано. А следующее видео я сниму про вот эту орхидейку. Как я ее спасаю в перлите. И на нее напала какая-то зараза, посмотрите. Как будто бы с листиков растут корни. Я пытаюсь найти везде в справочниках,
чтобы вам рассказать, что это такое. Когда я обнаружу, все расскажу, покажу. Но явно корней не должно быть. Но она чувствует себя нормально. Посмотрите, листочек новенький растит, корни наращивают. Как я ее выращиваю в перлите, я сниму видео. А сегодня об этой красоте, которая уже перестает свое цветение, завершает. Ну ничего, весной будут другие цветочки. Зимой она меня очень прекрасно радовала. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Ждите новых видео. До свидания.